Да, Андрей Струков, ОРУД. Когда академику Владимиру Ивановичу Вернадскому один любознательный рабочий писал анкету, и там был вопросик, какими языками владеете, он написал: всеми языками романо-германской группы. Александр, так сказать, Сергеевич Пушкин, первым его языком был известно французский. Михаил Ломоносов, которого неоднократно у нас здесь вспоминают, да, с добрым словом, в молодости, благодаря быстрому и плодотворному изучению немецкого языка, стал образованным европейского уровня ученым. Льву Николаевичу Толстому всю жизнь не мешал французский язык. Я вот здесь услышал тревожную нотку, прошу, значит, меня внимательно выслушать, о том, что вот надо, значит, такая тенденция к самоизоляции языка, это путь тупиковый. Когда наши дети будут, как дети, вот, учившиеся в гимназии дореволюционной, в подлиннике, читать Гомера, когда будут говорить не на этих, так сказать, волопиках, там, гуглить и прочее, когда они будут говорить в школьном возрасте на хорошем английском языке и общаться со своими сверстниками без всяких проблем, они будут открыты всем смыслам мировой культуры, и это единственный путь к тому, что когда человек обогащен мировой культурой, когда человек владеет другими языками, это было условие. Вот мы тех, кого сегодня говорим, приводим в качестве примера, значит, тех, кто владел прекрасно русским языком и создавал бессмертные образцы произведений на этом языке, все это были многоязычные авторы. И поэтому самоизоляция в области культуры, да, так сказать, в области языка, боязнь каких-то, значит, вот этих влияний иностранных, это просто смешно. И здесь, значит, в завершение хочу сказать, что чем богаче человек культурный, проблема сейчас идет, проблема основная заключается в том, что чем беднее становится носитель языка в культурном плане, тем беднее становится язык, он выражается. И поэтому задача как раз здесь и проблема основная в том, что мы, у Советского Союза было много минусов, но тем не менее, значит, культурный уровень средний человека, да, ну, так сказать, среднего, не берем интеллигенцию даже, ну, существенно выше. Мы теряем именно общекультурный уровень, и, соответственно, язык становится, вырождается, становится беднее, да, поэтому вот мои основные тезисы. Все классики русского языка были многоязычными, и это плюс, и это нужно сохранять, и это нужно вводить вновь в образование самых ранних классов. Как это было в гимназии, два мертвых языка классических, два языка живых. И быть открытым смыслом мировой культуры, и чем богаче и прозрачнее будут культуры других языков, тем богаче будет выражаться человек на своем родном языке. Спасибо.